опоздали на паром. Здрасте. Нам сказали в автодор, что последний паром в 8. Нет, 7. Слушай, вот здесь съемочная группа приехала, а им сказали в автодоре, что 8 часов последний рейс, крайний. Еще мы бегали, быстро ездили, чтобы успеть в 8, и получается, приезжаем сюда и узнаем, что в 7. Организуем спецрейс. Да. Да, я, короче, сейчас Николаевичу звоню. Спускаемся? Да. Сейчас это самое, капитан придет, что он скажет, то и будет. Не повезет, значит, не повезет. Повезет, значит, повезет. Здрасте, здрасте. Все, можете ехать обратно. Я вас не повезу. Почему? Мне запрещено движение в темное время суток. Все. Вас вопрос не устраивает? Ответ. Просто у нас очень тяжелое положение. Какого тяжелого положения? Негде же остановиться. Зачуйте в машине. Ну, у нас же, у вас же спец... Что спецрейс? Спецрейсовой полиции, милиции, скорой помощи. Альтернатива есть, пожалуйста, езжайте в город Архангельск. Там в любой мир, точку мира попадете. 2 часа, значит, нормально. Поехали в Архангельск, друзья. Сейчас что, зеленый? Красный. Красный у меня. Вот непонятно. А что он мигает? Как они стоят? Чего непонятно. Вот это красный для кого? И вот это зеленый для кого? А да. Почему один зеленый смотрит на нас, и он красный, и он другой? Он не для нас, вот тот зеленый. Как это может быть для нас зеленый? Скучаю по деревне. Я встану, как попало. Нельзя. Ты культурный человек, ты грек. Ты грек? Я деревянный грек. Деревенский. Помнишь русский язык сейчас? Как проверить, помню я или нет? Сейчас мы это проверим. Сейчас спросим. Поведь. Поведь. Это там, где держали сено. Вот. Ты помнишь, как лежать на сене и смотреть да. на потолок? Ты помнишь этот запах? Конечно. Ну все. Выдохни. Вспомни это. Только движение, как будто, не знаю, мы были в другой вселенной. Смотрите, там многоэтажки вообще, и золотые купола. Выбирайте, около кого. Это кто? Это... Папанин. Папанин, прекрасно. К Папанину. Здравствуйте. Димитрис. Очень приятно. Получается, вы директор этого музея, да? Да. У вас молодые люди очень да. работают в музее? Но у нас мужчины все. У нас это называют Северный мужской музей. А, почему в музеях обычно женщины, да. а у нас мужчины. А почему так? Море, кораблики, женщинам неинтересно, они скучать начинают. Вот, как при Петре выглядел Архангельск, это голландская гравюра Корнелиуса де Брюина. Мы ее купили на аукционе в Амстердаме. А-а-а. Это подлинник. Очень дорого? Не очень, на удивление. А-а-а. Сами были шокированы и срочно купили. Я так понимаю, для Архангельска море – это все? Это смысл существования города. Mm. И смысл, и повод его возникновения. Вообще. Был период, когда на вторую половину 18 века Архангельск снабжал 80% российского флота судами. Вот то море, которое мы сейчас видим, да, через несколько месяцев будет лед. Как эти деревенские, а боже, деревянные, всегда путаю это слово, деревянные судна выдерживают вот этот твердый лед? Форма судна, она яйцевидная, как яйцо. То есть оно не прямое. Да. Вот. Как у нас. Например. В Греции прямые. Да. А здесь, у вас не прямые. Да. Форма вот эта позволяет, чтобы судно не затирало, не ломало, оно выскакивает на поверхность. А-а-а. И на него давление
уменьшается. Меньше. В 2014 году, когда началась Первая мировая война, для Архангельска было заказано специально в Англии, в Шотландии, 18 ледоколов. В том числе и самый крупный на тот момент в мире ледокол «Святогор», который спасал итальянскую экспедицию Умберто Нобеле на дирижабле на Северный полюс. То есть русские спасли его? Русские спасли. А когда в Архангельск пришли интервенты англо-американские во время гражданской войны уже в 1918 году, да, англичане это судно забрали за долги, потому что царское правительство к моменту революции не успело за них расплатиться. Русская команда, когда сходила с парохода, капитан сказал, что берите все, что можете унести. Ну и какой-то матрос пихнул себе ложку и вилку и вот с надписью «Святогор». Там вот. Это штурманская рубка. Это как бы на судне штурманский стол, здесь карты. И приборы все, видите, с отклонением показывают, потому что как бы качка. Вот смотрите, чтобы не укачало, осторожно. Если очень хочется поругаться на палубе, то да, вот так вот можно. Тос! Евгений! Тос! В правой руке у нас ходовой конец троса. Ага. Непосредственно он участник завязывания любого узла. Тот, кто двигается, короче. Абсолютно правильно. В левой руке коренной конец троса. У него разные вариации. Коренной конец, мертвый конец. И третий такой элемент, без которого ни один узел не получится, это вот такая вот... Дыра. Ну да, но называется она правильно бухта. Зная это, мы с вами завяжем самый первый, самый простой узел. Все, затягиваем. Все, пожалуйста. Получилось? Да, все абсолютно правильно. Что это за пушка? Ну, в данном случае эта пушка, конечно, не морская. А? С конкретного маяка Яросали. А это русский маяк? Да, конечно. Арктический маяк. А Россия в Арктике есть? Конечно, мы сейчас с вами в Арктике. Это Арктика сейчас, да? Да, да. Ого, я в Арктике. То есть, представляете, в Арктике вот человек живет, ни магазинов, ни врачей, да, ничего, абсолютно полная тьма и, в общем, никого вокруг. То есть одиночество? Полное. Вот такой маячник у нас тут известный был Башмаков. У него даже был эпизод, когда ему пришлось себе топором отрубить ступню ноги, потому что началась гангрена, да. И никому врачей нет никаких, никого нет. Да. Хотя вот он, в общем, известный ученый. То есть стол это память, этот стол это память как одиночество получается. Да. Вот этот красный ледокол, Михаил Сомов называется. Ему эту навигацию еще продлили, потом будет вопрос, что с ним делать дальше. Потому что он довольно старый, уже 75-го года построен. А он сейчас в каком состоянии? Вот он только что из рейса арктического вернулся, он снабжает полярной станцией. А это все арктические исследователи. Седов, Шмидт, Воронин, Папанин. Большинство экспедиций отходило от этой пристани. А это что такое? Это братская могила. Здесь 58 большевиков расстрелянных. Потому что север был белым, да? Белый, да. И американцы, и англичане здесь были. Полтора года здесь была Белогвардейская республика, так скажем. Свои деньги, свое правительство и так далее. И вот большевиков-подпольщиков расстреляли на болотах. Так вот, памятник Петру Первому стоял на этом месте. Почему Петр выбрал именно Архангельск для строительства первой верфи здесь, первого судостроительного предприятия в России, это что, когда он прибыл в Архангельск, он увидел, что здесь огромное количество судов, причалов, иностранных, голландских, английских судов. И он просто понял, что это место уже готово, то есть оно созрело, здесь не надо никого учить. Как он решил все-таки... все сдвинут в Питер. Ему нужно было строить вот просто в сжатые сроки, как у нас в России любят, шикарную европейскую столицу. А почему нельзя было это сделать в Архангельск? Потому что логистически Архангельск оторван очень сильно от страны. Петр прорубил окно в Европу, да? Хотя на самом деле окно в Европу прорубил Иван Грозный, основав Архангельск. Вообще вся история Архангельска, она вот такая вот. Взлеты и падения, взлеты и падения. А по-вашему, сейчас какой момент? Взлета или падения?
Мне кажется, что Архангел сейчас завис в состоянии поиска самого себя. Вот своей миссии. Зачем он? Какая миссия могла бы быть следующая для сегодняшнего Архангельска? Архангельск – это самый крупный город Арктики. С самым большим количеством культурных центров. Архангельск мог бы претендовать на культурную столицу Арктики. В Архангельске есть библиотека имени Шергина. Поэтому я сейчас хочу узнать, кто такой Шергин и кем он является в сознании русского человека. Это жилой дом вроде. Да, но тут написано, что тут находится библиотека. А это разве не герой Шергина? Здрасте, где библиотека Шергина? С той стороны. А вы читали Шергина? Да, надо уже. Ну, выбирайте. Я выбираю левую. Ладно, давай. Здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Давай, Света. Вот, я что это знаю, за знание? Что такое штука? Микрофон. Микрофон, представляете? Да? А я думал, пыль сбивает. Головы у меня. У нас там уже хор поет. Пойдем? Пойдемте наверх. Увидит хор. Подожди. Все понятно. У нас адреса при салоне в Палецком округе есть общественная организация Совета ветеранов. А. Сейчас у нас заседание после отпуска. А. Вот. И какие темы будут обсуждать? Будем обсуждать проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека. А что это за День пожилого человека? У нас 6 тысяч ветеранов. Мы приглашаем ветеранов на чаепитие. Сан Саныч, единственный мужчина здесь. Нет, гармонист. Гармонист. Есть Дима, у нас все есть. А вы поете все вместе, получается? Да, все вместе поем. Приготовились. 4. Не буди, милый друг, сомнения. Знаю, севернее Богом дан. Здесь ютится мое спасение. Мое счастье и мой талант. Здрасте, здрасте. Ольга Ивановна, у нас была такая встреча неожиданная здесь. Просто в ГИТИСе, где я учился, у нас не было занятий по сказкам, поэтому я с Шергиным не очень знаком. Шергин, в общем-то, в большинстве своем не только сказочник. Он больше духовный писатель. То есть он писал о религии, о Боге и так далее? Да, в дневниках очень много об этом сказано. О религии, о Боге. Так. А когда он это написал? О языке? А вот слушайте, ничего, никакой даты здесь не указано, когда он это написал. Вот просто такой отрывочек из его рукописи. Получается, язык, в котором Шергин писал, поморский, да? Местный диалект, можем сказать. А чем он отличается от, например, московского диалекта? А он такой певучий, окающий, душевный. Запава пуганская, краса бесельмянская, и на моя-то демрюковна из кибитки повылезла, на кобылу повыстала, кобылу постегивать, кобыла попрядывать. Что вы поняли? Ну, как Толстой, но с ушами. Угу. Да, вот он и маленький тоже такой, лопоухенький. Ну, у него какие-то глаза, конечно, ребяческие такие, ну, молодого парня. Даже в старости. С блеском, да, таким? С блеском, таким? Да, жизненные такие. Это большой позор, если, например, я знаю про Чехова и не знаю про Шергина. Пробел, который можно и нужно ликвидировать, да. Ликвидировать. Еще музыка. Ну что, зайдем? Повенчалась отвага старинная с юной славою нашей краю. Я люблю эту землю, былин
спасибо. Хорошо, сегодня последний день. А у кого Саня, фотоаппарат? Где твой телефон? На мой потом. Твой. Это гимназия номер 3. И здесь преподает учитель Михаил Капица. Он нам расскажет про Архангельск. Солом была. Там же написано, да? Да, там написано. Да, Солом была – это такое странное название. Финно-угорское название. Mm-hmm. Оно в изначальном значении должно быть, звучание что-то вроде Соломбалье, вот так вот. Да. И, значит, оно гнилое болото. Солом была в рубеже 19-20 mm-hmm. века. Это такой особый район города. И есть такое название для таких районов – Sailor Town. То есть городок моряков. Кабак главный в Соломбале назывался Лондон, конечно же. Лондон, да. А, Лондон. Да, 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 да. Вот. Есть, был Лондон в Соломбале, да, интересно. Да, да, да. Здесь возник свой особый пиджин соломбальский. Его называют соломбальский. Английские моряки называли русских грузчиков «слышь ты». И они, да, они это понимали как «слышь ты». «Слышь ты». Да, 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 да. Наши грузчики, да, соломбальские, называли британских моряков «осей». «Осей». «Осей», 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 потому что англичане... Да. Да, они, вот. Когда говорят «I say», «I say», да, «я говорю». «Я говорю». Mm-hmm. Два народа, да, они пытались между собой все-таки как-то договариваться. Mm-hmm. И получается, они изобрели новый язык. Получается, да. Ну, пиджины так и возникают. Здесь паркуются корабли. И они стоят. Вот там вот видно их даже, да? Да. Они стоят здесь. Можно подойти к кораблю. Можно подойти, но совсем близко не получится, там ограждение. У меня тоже дом на Корфу, где я родился. Он находится прямо там, где порт. И мы каждое утро с папой мы ездили на мотоцикле, mm-hmm. на его мотоцикле после школы как раз. Здорово, потому что мой папа твой коллега, он математик. Здорово. Да. Это очень похоже на мое детство здесь, в Соломбале, когда ты после школы идешь и домой не прямо идешь, а делаешь крюк, чтобы пойти по набережной, посмотреть вот, на корабли. Вот этот крюк. Да. Этот крюк нас соединяет. У вас предмет какой? Всеобщая история? Просто история. Конечно, мне очень ценно от тебя услышать, как преподавателя, как ты смотришь на Петра Первого. Он кем был, по-твоему? Это одна из самых, на самом деле, неоднозначных личностей. Вот с этим как раз и сталкивался. Но есть вообще три персонажа в русской истории. Иван Грозный, Петр Первый и Иосиф Сталин. Mm. Которые вызывают колоссальные споры. Мы по ним не можем договориться. Я историк, я вроде как привычный ко всему, но есть вещи, о которых я, в которых, когда я пытаешься читаю, да, или перечитываю, да? Даже не то, что разобраться, они меня просто жестокостью потрясают своей. Вот это касается именно Петра Первого, да? Mm. То есть он как раз для него не было... Для него человек – это функция. Если функция выполняется, все хорошо. Если функция не выполняется, то ты просто шестеренка, которую нужно заменить. Mm-hmm. Страшно, ну, а про Сталина, то, что это отдельный разговор, да, собственно. Сталин тоже, мы не можем принять вот ужас вот этот репрессий, да, Голодомор там, и всего остального, но при этом мы же не можем отказаться от победы, которая плотно связана, победа в Великой Отечественной войне. Я как раз вот эту неоднозначность пытаюсь показать школьникам. И они, кстати, это принимают всегда хорошо и интересно. Они, для них это не значит охаивание, да, то есть оскорбление прошлого. Да, да. Для них это значит посмотреть другими глазами, да, посмотреть другими, посмотреть с другой стороны. Сегодня заканчивается путь мой по Архангельской области. И начиная этот путь, я знал, что Архангельская область – это такое место политической ссылки.
Я заметил, что обращение к этой части истории идет очень неловко. Это травма. Она как бы не то что забыта, она закрыта. Это все очень серьезные и важные вещи, потому что если этого не делать, то травма, она уходит все глубже и глубже и глубже, и потом прорываются такими вещами, ну, которые даже предположить не можешь. Например, ростом агрессии в обществе. И еще когда эта травма не пытается общество пережить, человек уходит из школы, и твои старания как преподавателю, как историку, что-то преподнести к нему, они тщетные. Но я тебе сейчас объясню, как я это вижу. Есть такая штука, ты знаешь, конечно, миф о Сизифе. Ты поднимаешь этот камень, он скатывается, потому что на следующий год никто ничего не помнит, да? Он скатывается, но ты его поднимаешь снова и снова. И в этом смысл, и в этом задача, в этом роль, и в этом служение. Я бы очень хотел, чтобы у меня был такой учитель истории, как ты, в школе. Да, серьезно, серьезно. Спасибо. Подъезжаем к Алексею Сухановскому, известному архангельскому журналисту, который, как нам сказали, он каждый год на войне. Это уже интересно. Но я не совсем понял, что это значит. Надеюсь, у нас войны не будет. Здрасте, я Димитрис, очень приятно. Нас просто очень интересует тема интервенции. Интервенция, она вот здесь, она вся наглядна, она вся доступна, тактильна, зримо, весомо, грубо. Ничего себе! А где вы это все нашли? В нашем чудесном северном лесу. Все вещи, которые здесь найдены, это подборный материал, как говорят. Они связаны с интервенцией? Это все интервенция, это все железнодорожный фронт, события осени 18 года тире... осени 1919 года. Получается, вот эти англичане, французы и так далее приплывают. Они были в 15-м году как союзники, которые поддерживали защиту севера. А то есть они уже были здесь, да? Атак немецких подлодок, да. Это с 15-го года они были здесь, они были союзниками. И в какой-то момент просыпаются... 2 августа 18-го года они стали интервентами. Переворот. Здесь были красные, да? Да, здесь была советская власть. Вот, до 2 августа 18-го года. Переворот был подготовлен силами британских спецслужб, силами дипломатического корпуса стран Антанты. Это была обычная колониальная война. Самый дальний раскат Первой мировой, нацеленный на захват на далекой окраине России. А как выгнали этих интервентов? Это было такой мем того времени, вот устойчивое слово «мы сбросим вас в море». Ну, этим все и закончилось. Действительно, сбросили в море. Одни сами уплыли, вот, а другие в спешке белые убежали вот в феврале 2020 года. Вы можете сказать, что вы нашли такие данные об этой интервенции, которые историками не были найдены? Документы, когда мы их сопоставляем с землей, здесь, ну, с тем, что осталось в земле, все выглядит несколько иначе. Без того, чтобы ты пошел в лес и ногами, руками все это прошел, вот это вот все, эта история будет мертвой. Ты будешь читать документы и не понимаешь, о чем это и зачем это. Потому что документы всегда... Хорошо, но в полевой поиск вы ведете вы, получается. Да. Да? И я так понимаю, что вы один из немногих, наверное, единственный. Больше никто этим не занимается, к сожалению. В России огромная страна. Никто... По интервенции, да. Извините, как вы принесли танк сюда? Ну, на руках. В смысле? Он влезал в эту дверь? Нет. А как? Он частями сюда влезал. А можно посмотреть на этот танк? Ради бога. Это макет британского танка МКБ. Да, а да, это да. Макет? Конечно. А это не настоящий? Конечно. Вы его не нашли в лесу? Нет, я этого не говорил. А. Вы сами себя в этом убедили. Я просто спросил... Там у меня рабочий кабинет. Здесь? Ага. Под танком? Подождите. В танке. Как вы идете в работу? Просто пытаюсь понять. Ну, там ничего интересного, там просто компьютер, стул. Извините,
каждое утро, получается, вы делаете это движение? Ну, я по несколько раз, когда мне нужно выйти, я туда-сюда хожу. А это вам удобно? А почему нет? Ну, у каждого свои причуды, что я буду объяснять? Я могу зайти еще? Ради бога. Это у вас тут место, где делается вот этот журнал, да? Журнал, книги. Вы заходите в этот танк, садитесь здесь и начинаете работать. Ну да. Хорошо. Если кто-то, например, во время работы, кто-то хочет вам, к вам обратиться, он что делает? Стучит в танк? Да ничего не стучит, подходит, я просто или кричат меня, или я слышу, выхожу, вот и все. Это макета? Да. Не могу держать. Может? Тем более это пулемет. Нет. Это макет уже после военного пулемета РПК. Почему у вас такое в рабочем кабинете? Ну, его негде выставить пока, потому что он ни под одну войну не подходит. Ну, он под холодную войну, может, подойдет, поскольку это послевоенный пулемет уже. То есть он у вас не для того, чтобы, когда заходит кто-то из рабочих, сразу сказать ему? Абсолютно мирный человек. На фоне кабинета танка? Кабинета танка, да-да. Танк закрыт на переучет. Да-да-да. Мы едем к Александру Кожинову. Он самый известный художник Архангельска. Его работы находятся по всему миру. Он ученик русского авангардиста Стерлигова, который был учеником Казимира Малевича. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Димитрис. Очень приятно. Виталий, наш оператор. Виолетта, наш звукорежиссер. Александр тоже. И это еще не все. Светлана, наш режиссер. Тут да? Вы меня простите, здесь меняют трубы. Тут кавардак ужасный. А кто это делает? Это как-то делает, ну как это называется, домоуправление. А, ЖКХ? ЖКХ, да. Вот. Раздевайтесь, пожалуйста. Да. Вот это взяли в оборот, однако, а? Опа! А куда поставить? Куда-нибудь поставим. Я могу показать каталожки. А это первый каталожик. У меня была выставка в Русском музее, похвастаюсь. В 2001 году. Вот это 14-й, по-моему, год. Вот это вот мои работы ранние и более поздние. Я сначала СХШ закончил. Это что? Это средняя художественная школа при институте Репина. А, потом который находится в Питере. Вот. Потом поступил на живописный факультет. На втором курсе я познакомился со Стерлиговым. Вот. И это он шло там, параллельно. Да? Он был там. Ни в коем случае. А. Не-не-не. Это все случайная встреча была. Underground. Это нельзя было говорить о нем. На самом деле. А, да? Это получалось. Опасно? Получалось как секта, да. Да? Да, да, да. Он был в союзе художников, потому что с 30 там, какого-то года всех загоняли под колпак, по сути, чтобы можно было следить за этим всем. Mm. И у него не было и выставок. И там еще один раз объявили с Татьяной Николаевной, его женой, ученицей Филонова. 8 я была. Вот. Выставку. И что-то она, по-моему, сутки проработала, ее закрыли. В Союзе художников питерском. Он был свободен от этих желаний кому-то понравится, там, да нет, совершенно. Честно говоря, наверное, не надо было это все делать. Димитрис, помоги. Там не развернуть будет. Хорошо, Дима, иду. Да? А потом поставим на мольберт. Да. В
почему смотришь на это, становится легче? Ну, хотел пошутить, не буду. Не знаю, не знаю. Видимо, такое настроение хорошее, состояние. Это же не выбирается вообще. Это не выбирается, просто идешь за тем, что близко, что нравится. Я не знаю, насколько мой художественный стиль, но я вижу, что, ну, как-то я свободен, и вот это важно. Я прочитал Кандинского «Ступени» в академической библиотеке очень рано. Эти даже записные книжечки остались у меня, там, 8-й класс, 9-й. Я ничего толком не понимала в его искусстве. Но я доверял очень этому вообще человеку-то удивительный. И я думаю, что я хороший, у меня выбор-то получился. И вот из этих увлечений, устремлений, потом как-то, ну, я надеюсь, что я пришел к удобному языку для себя. Вас не интересует, насколько ваши работы нравятся? Или, наверное, вы чувствуете себя... Честно, я давно решил этот вопрос. Нет, я не... Я считаю, что тут надо быть свободным. Так, а как это называется? Я забываю. А, нет, правильно. Это этого года работа. Называется «Дневник». Целлюлоза. Целлюлоза, проклеенная. Да. Когда насладитесь вполне, дайте знать, я сменю. Это коллаж получается? Да. Это коллаж, да. Коллаж. А это называется «Ночь». Ну, «Ночь» ясно. 45-67. Ну, чтобы отличалось от других ночей. Как это об архангельске говорят? Это доска, треска и тоска. Вот, так что. Я думал над памятником, уже придумал, но думаю, нет, это, конечно, не. А тоска не чего? Ну, север. Анастасия, привет. Мы едем к вам увидеть вашу скульптуру бумажную. Это Димитрис. Смольный Буян, 26, правильно? Хорошо. Вам туда, на второй этаж? На второй? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Димитрис. Здравствуйте. Вот на плакатике написано слово «нелепо». А тут точка. Главное слово «лепо». Лепить. Да, от слова «лепить». А-а-а. А «не» это обозначало на тот момент, когда я начинала этим всем год заниматься. Назад. Да, что это не такое серьезное занятие. И я этим занимаюсь просто так. Так, нелепо. Я думаю, что это довольно известный материал, который называется паперклей. Но, в общем, тут состав посложнее, чем папье-маше, который делается вручную. Что нужно еще? Вода или что еще? Потому что, ну, собственно, да, вода. Стаканчик с водичкой, вот этот вот готовый материал, который продается. А-а-а. Начинаем лепить. Какой-то стеснительный мальчик, да? Ну, на самом деле... Но он похож на тебя, только мальчик. А мне все говорят, что у меня работы похожи на меня. Но мне кажется, что... Опять банально сказал. Кстати... Ну, по цветам, да. Да. Внешне, надеюсь, что не очень. А что внешне, что, некрасивая разве? Нет, красивая. Печальная? Печальная, да. А что, нельзя быть в печали? Я не люблю на людях быть в печали. Зачем? А глаза красивые какие? У кого? У меня? Ладно, бог с ними. Так. У кого? Я про него. А у него, да. У него очень такие печальные. На самом деле, я его хотела сделать в цвете, а потом передумала.
самом деле, позитивные это работы у меня разбежались уже, и они сейчас... А, больше как поэт воздействует, да? Там были, да, два мальчика смеющихся, которые просто, видимо, завоевали множество сердец. Я от них вообще не хотела отказываться, кому-то продавать, вот. Но заплатили хорошо. Ну да. Москва. Москва, Питер, да. Но тебе надо переехать. Переехать я не планирую переезжать пока что. Почему? Ну, как-то там я побаиваюсь больших-то городов, плюс... Но если бы были средства, ты бы поехала? Ну, мне кажется, конечно, если бы были, но попробовать... Значит, ты не боишься. Без денег, конечно, всегда страшно. А. Вот, а также я же не такой энтузиаст, что вот, поеду без денег, без всего. Я просто чувствую себя здесь комфортно. Слушай, если мы снимем селфи, ты будешь, ты репостишь в своем инстаграме? Чтобы меня узнали. Да. Ну ладно. Да? У тебя много подписчиков? Ну так, чуть-чуть. Сколько? Ну там 1000 с чем-то. А. Ну немного. Да. Ну, мне так же. А так может тогда меня лучше у вас? Давай. А можно и туда, и туда? И туда, и туда можно. Отлично. Я могу тебя обнять или будет ревновать кто-то? Никто не будет ревновать. Вот. Нас ждет Василий Матонин. Про него говорят, что он человек-ансамбль. То есть он театральный деятель, историк, культуролог, яхтсмен и философ. А это кто? Это... Моцарт? Козьма Прутков. А это Козьма Прутков? Да. Василий, вы соловецкий человек? Ну, наверное, это слишком громко сказано, потому что соловецкий человек – это как звание. Ну, Соловки – такое место, которое было всем интересно. Предназначено для того, чтобы менять людей. То есть на Соловках с каждым происходят какие-то очень существенные перемены. Когда мы приезжали на Соловки с женой, она говорила, давай переедем сюда, здесь так хорошо. А, жена сказала? Мы собрались и поехали. Я поступил работать в музей. Работал. Работал экскурсоводом, потом младшим научным сотрудником на протяжении нескольких лет. Но я не помню, чтобы мы говорили о предметах бытовых. То есть, как нам трудно, как нам тяжело. Действительно, приходилось дрова заготавливать, за водой ходить на колонку, стирать детские пеленки. Бабушки запрещали стирать на колонке, значит, надо было идти на озеро или тайком стирать, тайком их споласкивать на колонке. И вот мы постоянно говорили о каких-то значимых материях, например, о том, что такое счастье. Вот как-то приходит сосед отдать деньги, занятые до получки, а жили так, что постоянно занимали друг у друга деньги. Ну и, соответственно, потом отдавали. И на ходу спрашивают, что такое счастье? Я говорю, ну, счастье – это счастье. Ну, когда тебя понимают, счастье. Счастье – это когда происходит соединение того, к чему ты устремлен. Это причастие. То есть, когда человек, ощущающий себя частью, он говорит, нет, ты скажи попросту, что такое для тебя счастье? Жена стоит у окна, смотрит на монастырь у нас. Вот. Вместо телевизора было окно на монастырь и на море. Счастье в объятиях мира. А с какого-то времени самым интересным для меня стали люди. А что вас интересует? Люди. Люди вот тоже. Вот видите, люди, как, да? Совпадаем. Ну да, я думаю, что человек самый интересный все-таки. Да. Что бы посоветовали бы мне, в какую сторону искать русского человека? Я как-то посмотрел в разных словарях значение слова «русский». «Русис», «рускос», «корень рус», «рустикос». И такой примерно спектр значений вдруг обозначился. «Крепкий», «здоровый»,
Да ладно, серьезно? Сельский, вооруженный. Возникает образ земледельца, для которого ценностью, безусловно, является земля, куда рука ходила, обработанная земля, земледельца, который готов с оружием в руках защищать свою землю. Землю, да. Но эта земля необъятна. Эта земля необъятна. И вот эта необъятность, видимо, очень многое определяет в характере. Это ваша гитара? Моя. У русского человека есть такая склонность писать, да, музыку под гитарой? Любой ямщик сочинял песни. Да. Может быть, на стихи Мандельштама. Да. Короче. О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем, а ты в кругу учись, иного счастья нет. И у звезды учись тому, что значит свет. Он только тем и луч, он только тем и свет, что шепотом могуч и лепетом согрет. И я тебе хочу сказать, что я шепчу, что шепотом лучу тебя, дитя, вручу. Он только тем и луч, он только тем и свет, что шепотом могуч и лепетом согрет. Как будто мы пришли, приходим ближе и ближе к русскому человеку, к понятию этой загадочной русской души в Архангельске. Когда, ну, после путешествия возвращаюсь домой и встречаю своих коллег, актеров, ну, и у меня тоска начинается. Потому что я столько дней нахожу контакт с настоящими людьми, которые что-то сделали в своем месте. И потом начинаю думать, что я живу и вообще не той жизнью, представляете? Потому что поверхность нас, она везде, ну, она вот так вот ждет нас. И как только вылезаем из этих уазиков, и я пытаюсь скрыться от этой поверхностности, которая гораздо ближе. Я заплачу опять. Это уже банально.